вокзал. Вокзал, кстати, мне очень понравился. Там есть просто все. Цветы, куча магазинчиков, также где покушать. Ну, в общем, очень классно. Большой вокзал. Такие здесь цветочки красивые. Там у нас Анастасия. Дождик еще немножко капает, но ничего страшного. Сейчас мы идем искать автобус и будем ехать на набережную, да, Настя? Настя голодная, злая, надо ее немножко развеселить. Зачем про это говорить? Хорошо. Да. Все к тебе липнет. Все липнет, сейчас уберу. Слава богу, пока доехали, дождь прекратился. Мы вбили по картам набережную. И сейчас будем здесь гулять. Замок? Ну да. Ну замок. Нет, не замок, а церковь. Пошли. Настя, хотела бы покататься на яхте? Ну, хотела бы, но не здесь. Почему не? Почему не здесь? М? Казалось, велосипед на меня. А почему не потому здесь? Туда надо идти, а там. Настя, почему не здесь? Ну, потому что здесь, ну, типа, блин, что тут можно увидеть? Да, конечно, куда-то плывут. Наверное. Куда идем? Куда идем? Идемте туда. Как опрокинуть? Да. Вот. Тут так все ухожено, красиво. Странно, что людей здесь нет, да, Настя? А? Для дерева сел себе тенек. Ну да, пахнет, кстати. С точками. Ну да. Да, можно хотя бы так понимать. Солнце видит, ой, видит, солнце светит. Я не могу нормально снять. Высокая, да. Не, нормально, нормально все видно.
красиво. Как вам, Анастасия? Красиво, да, старовинная, очень интересная. Настя просто на украинском говорит старовинная, поэтому не надо исправлять ее. Старинная архитектура, Настя сказала. Перевожу. Я сегодня переводчик. Ну что, пошли, подожди, мне надо еще для Инстаграма заснять. Ну такая, пошли. Что пошли? Красиво здесь. Да? О. А Насте быстрее. Пошли, 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 пошли. Кто пошли? Ты что, рыбок ищешь? Нет, думала, монеты кинуть не буду. Почему? Потому что не кидают, правильно? Там нельзя дать. А зачем ты там? А? Желание загадать на память. Я вбила в гугле, это Радхаус написано. Что, Настя? Я не поняла. Погода так резко изменилась, так жарко стало, и солнце такое прям пекучее, я бы даже так сказала. Сейчас 6 часов вечера, а реально как будто 12 часов дня, и жара. Да, погода очень переменчива вообще. Меня радует, что дождь закончился, не хочу. Не хочу я дождь. Настя, любишь вообще дождливую погоду? Нет, я не люблю. Не, я не люблю. Я даже просто, чтобы я не люблю зимой. Если не люблю, чтобы была зима, то это для меня ровно неделя, то вот все. Нет, я люблю такую зима-зима. В детстве всегда как? Сугробы. Сугробы, огромные сугробы. Здесь что-то было, видишь? Куда мы держим наш путь дальше? Сейчас по карте, да, посмотрим. Вот, ребята, смотрите, я так понимаю, это раньше был старовинный такой городок. Так, сохранили они. Смотрите, какая прелесть, красиво, то как. Так, ребята, смотрите. Так понимаю, это был, да, старинный город. Вот. Можете посмотреть, перевести для себя. Может, кому-то будет интересно приехать в этот город. Ну, симпатичный. Есть места, просто надо знать места конкретные. Я думаю, что есть замки в этом городе. Но нужно добираться. Так, пойдемте дальше.